12 июня в Горно-Алтайске на стадионе «Динамо» пройдет спортивная часть городского национального праздника «Элоин», который станет отборочной ступенью межрегионального «Элоина». О том, как готовятся спортсмены города к предстоящим соревнованиям, в нашей рубрике «Актуальное интервью». Олег Александрович, что будет на городском «Элоине» и как идет к нему подготовка? Ну, отдел по спорту города Горно-Алтайска в целях подготовки к межрегиональному празднику «Элоин-2016» у себя в муниципальном образовании проводит свои соревнования. Они являются как бы отборочными соревнованиями. Наши соревнования будут проходить 12 июня, это воскресенье, в День России у подножия горы Тугая. Мы планируем по всем 9 видам программы «Элоин» провести свои соревнования. И на этих соревнованиях уже будет формироваться костяк команды города Горно-Алтайска. Олег Александрович, как готовится команда города к республиканскому «Элоину»? В «Элоине» думаем пробиться в тройку призеров, так как у себя проходим. У нас были провальные виды. Это «Тебек», который у нас на прошлом «Элоине» вообще участников не могли выставить. Так что если мы здесь по 9 видам выставим, то вполне можем рассчитывать на призовое место в общекомандном зачете.